Обратиться к врачам знаменитую хакасскую отшельницу заставили боли в спине и ноге. С просьбой о помощи на Большую Землю по спутниковому телефону обратился послушник Георгий, живущий на Заимке. По поручению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева таежную жительницу доставили в больницу на вертолете. Сейчас она уже прошла все необходимые обследования. Самочувствие Агафьи Карповны, по словам врачей, удовлетворительное. После бесед, собеседований все делает то, что нужно. Ну, вернее, не все, что хотелось бы нам, но, во всяком случае, дозволяет заниматься и обследоваться. И вот, я очень переживала по компьютерной томографии, но она молодцом перенесла и все согласилась безо всяких колебаний. К сожалению, еду больничную она не ест, потому что ей нужно, чтобы приготовлено было людьми ее веры, вот так скажем. Родственники приносят питание, фрукты она кушает. В больничной палате Агафья Лыкова не перестает молиться и с собой взяла иконы и книги. Когда знаменитую отшельницу выпишут, медики пока не говорят.